что делаете, скажите мне? Работаем. Вообще можешь объяснить, что вот здесь только огромное количество этих бутылок? Я ничем. Вы ничем, да? Вы до этого в гараж не сходили? Ходил. Все, я... Телефоны мои, насосные инструменты. Мне нужно просто малярный. Да у него же иммунитет на ней, на какую хочешь. Можешь быстро мерить, попробуй все. Все, все, бля. С какой целью здесь находится? Встретился. С кем? Вот с этим человеком. Для чего? Переговариваем. О чем переговариваем? Ну, просто отношения. По поводу алкогольной продукции. Что можешь пояснить? Я ничего не могу пояснить. Денежные средства ищи. Канистры находятся.